Дорогие товарищи, как вы понимаете, сейчас должен начаться длинный список действующих лиц. И, по-моему, вам будет просто скучно его читать. Давайте я уж лучше познакомлю вас непосредственно с героями этой, как мне кажется, довольно поучительной истории. Пинчиков, никому неизвестный певец, кажется, тенор. Почти всю картину он будет сидеть на стуле и терпеливо ждать. И только под самый конец, хотя то, что произойдет под самый конец, лучше вам не рассказывать, а то неинтересно будет смотреть. А вот это Валентин Абажаев, очень известный певец и, конечно, тенор. Заслуживающий внимания артист республики. Виолетта Ивановна, его жена. Не удивляйтесь тому, что у нее такой изможденный вид. Ведь мужа своего она считает гением, а быть женой гения... Да, Виолетта Ивановна, нелегко. А Графена, очень славная женщина. Виолетта Ивановна зовет ее нянечкой. Но это не совсем правильно, потому что у супругов Абажаевых детей нет. Валентин Валерьянович считает, что искусство и дети несовместимы. А это нехорошо без детей. Не по-человечески. Вот и я, по правде сказать, так думаю. Аркадий Семенович Грустник. Юлия Юльевна Скрежетова. Очень опытный и энергичный концертный администратор. Я думаю, что вы с ней встречались. А вот в нашем фильме товарищ Скрежетова заведует паникой. Но этого преувеличиваете. Ну что ж поделаешь, искусство имеет на это право. Лев Павлович Быстренький. В игре на виолончели он достиг большого совершенства. Да это и понятно. Произведение, которое вы услышите, товарищ Быстренький исполняет на каждом концерте в продолжении вот уже 40 лет. Не 40, а 50. Да-с. Ну, тем более, Лев Павлович. Серафима Херувимовна Райская. Звуки, которые она извлекает из всех 47 струн своей золотой арфы, так убаюкивающе волшебный, что многие слушатели просто засыпают. Харлампий Лукич Самосвалов. А? Очень громкий бас. К сожалению, вы видите его здесь без головного убора. А вот если бы он был сейчас в своей великолепной бобровой шапке с бархатным верхом, ну, мне ничего не надо было бы вам объяснять. Александра Петровна Яровая-Пшеничная, колоратурная сопрано. Ее исполнение так же тонко и так же изящно, как она сама. Мерси. Но я вас попрошу выпустить меня как можно скорее. Ну, Александра Петровна, вы идете у нас в концерте третьим номером. Благодарю. Пожалуйста. Алла Вихревая, исполнительница жанровых песен и арии из оперетт. Огненный... пожирающий темперамент. Мерси, но имейте в виду, что я должна идти раньше этой безголосой канарейки. Алла Семеновна за программу отвечает конферансье. Не говорите глупость. При чем здесь конферансье? Это же не настоящий концерт, а кинокартина. Все зависит только от режиссера. И в крайнем случае от его жены. Хорошо, хорошо, я постараюсь что-нибудь сделать. Торта. Арнольд Петрович Цидуркин очень обижается, когда конферансье называет его аккомпаниатором. Правильно. Надо говорить так, у рояля маэстро Цидуркин, или еще лучше, музыкальное сопровождение находится в талантливых руках Арнольда Петровича Цидуркина. Ну, хотя бы так. Братья Мущинкины, эксцентрический танец. С их помощью администратор Скрежетова старался спасти положение. Товарищ Синичкина, дежурная у телефона за кулисами. Очень достойная женщина. Давно уже здесь работает. Думаю даже, что и с Шаляпиным была знакома. Шаляпиным? Федор Ивановиченко? А как же? Остап Тарасович Заливайко, дежурный пожарник за кулисами. Тут только надо сразу уточнить степень его ответственности. Вот если, например, театр загорится, он, конечно, отвечает. А если прогорит, он тут уж ни при чем. Еще бы. Тут уж поднимай выше. Правильно, Остап Тарасович. Захар Иванович, шофер личной машины товарища Абажаева. Вот он какой. Основное занятие Захара Ивановича — сон. А
А вот эта смелая девочка очень помогла Обожаеву выйти из затруднительного положения. Как тебя зовут, девочка? Шура. Только я не девочка. Я мальчик. Ой, прости, пожалуйста. Ничего. Это черный котенок. Не надо судить его слишком строго. Он еще мал и глуп. Ведь если бы он только знал все удивительные свойства человеческой психологии, разве стал бы он перебегать дорогу такому знаменитому человеку, как Обожаев? Да ни за что на свете. А это серый котенок. Как он зачесался к нам в картину, я и сам не понимаю. А это дрессированные собаки. Они появятся в самом конце фильма, да и то, по правде сказать, не кстати. Перестаньте лаять! Перестаньте лаять! Вам говорят! Ну! Налаетесь еще. Олимпиада Никифоровна Тубов, хозяйка и дрессировщица этих собак. В картине вы ее не увидите, она в ней не участвует. Очень жаль. Ну что ж поделаешь. Ну теперь мне осталось только рассказать вам о том, кто эти три девицы, что стоят сейчас перед вами, так аппетитно чмокают и едят свое эскимо. Да я думаю, что вы и сами догадались. Ведь если герой кинокартины Тенов, должны же мы показать его почитателям. Конечно. Ну вот, иначе мы нарушили бы жизненную правду, и критики справедливо назвали бы нашу картину нереалистичной. Да. Правильно делали бы. Так, а вот зовут этих девиц Галя, Маша, Глаша, да. И Стаса. Ну, в общем, не важно, как их зовут, а важно, что сердца целиком переполнены Обожаевым. Ой, мы сердце Обожаева. Да, а вот чем заполнены их головы, я, по правде сказать, не знаю. Это вас не касается. Не касается. Это не ваше дело. Совершенно не ваше дело. Это тоже правильно. Только вот непонятно, почему вы так спокойно едите свое эскимо, когда сейчас уже идет концерт с участием Обожаева. Что? Не может быть. Откуда вы знаете? Как это знаю? Я же автор. Что? Девочки, бежим. Концерта и на лицо. Это немножко похоже на сумасшедший дом. Но вы не удивляйтесь, так всегда бывает за кулисами концерта. Да это естественно, все готовятся, распеваются. А вот и Птенчиков. Как видите, я говорил вам правду. Он скромно сидит на стуле и молчит. Итак, друзья, продолжаем наш концерт. Должен сказать, что второе отделение концерта чрезвычайно разнообразно. И я бы сказал, насыщенно дорогими нашему сердцу именами, и я бы сказал, фамилиями. Не говоря уже о нашем всеобщем любимце, Валентине Валерьяновиче Обожаеве. Первым номером второго отделения выступает наша любимая, наша неповторимая Серафима Херувимовна Райская. Занавес, будьте любезны. Композитор Дюран, вальс. Вот и началось второе отделение концерта, украшением которого должен стать Валентин Валерьянович Обожаев. Thank you.
бокалов, потом яровая пшеничная, выпиваю, быстренько, обожаю, заканчиваю. Блеск. Все в порядке. Аркадий Семенович! Аркадий Семенович, обожаю его, нет? Катастрофа. Скрежет, а вы не паникуйте. Но ему же еще полчаса разбиваться. Дорогуша, дышите спокойно. На сцене арфа. Предупредите Самосвалова. А обожаю его, мягко поторопите по телефону, есть. И все будет в порядке. Предупреждаю Самосвалова, звоню, обожаю. Аркадий Семенович, вы гений. Административный гений. Вот выдержка, вот хладнокровие. В буфете апельсины. Если меня будут спрашивать, я в артистической. Чумовая. Внимание, товарищи! Харлампе Лукич, через 3 минуты ваш выход. Вы готовы? Я готов. Прекрасно. Александра Петровна, после Самосвалова вы. Я готова. Это, наверное, ошибка. 3-м номером иду я. Никакой ошибки тут нет. Да? Но это мы еще посмотрим. Канарейка. Простите, а когда же я? А вы кто? Птенчиков я. Откуда ты, прелестное дитя? Вот именно. Я по путевке от филармонии. Вы что, легкий жанр, художественный свист или что? Нет, я тенор. Тенор? 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 В одном концерте с обожаемым? Это же самоубийство! Харлампе Лукич, пойдемте. Иду, иду, мамочка. Арнольд Петрович, пошли. Иду, иду. Пошли, пошли. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, молодой человек. Все будет хорошо. Все мы так когда-то начинали. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. А я все-таки волнуюсь. Да я нарушил твой покой. А вот Валентин Валерьянович не волнуется и не торопится. Он слишком знаменит для того, чтобы торопиться. Уж кого-кого, а его подождут. Брейус. Катастрофа. Сегодня я буду мертвая. Все там будут. Что? Что вы сказали? Все, говорю, там будут.
бежочком. Где Скрежетова? Скрежетова! Здесь Скрежетова! Дорогуша, пора бить тревогу. Самосвал ловит уже вторую вещь. Где Обожаев? Катастрофа. Аркадий Семенович, он еще бреет. Подлец. Голова моя, приготовьте клавиатуру, а я буду звонить Обожаеву. Есть приготовить клавиатуру. Гений. Административный гений. В буфете пожом. Бегите, бегите. Почище, нянечка, почище. Телефон. Давай ручку поднимай, я тебе ласковочки почищу. Да, да. Валюша, это опять с концерта? Скажи, что я уже во фраке. Он уже во фраке, да-да. Уже во фраке? Слава создателю. А где же запонка? Я тебе давала обе. Да куда же она пропала? И как вам пора трепать? И как вам пора трепать? Лебедев потрясает, Лебедев потрясает, Лебедев потрясает, не колеблется землей. Вот они, несчастные почитательницы Обожаева, мёрзнут, жалко мне их все. Девочки, почему? Почему его так долго нет, девочки? Может, что-нибудь случилось? Может, что-нибудь случилось, девочки? Ой, инфаркт. Инсульт. Автомобильная катастрофа. Девочки, надо немедленно звонить на квартиру. Бесполезно. Почему? Отчего? У него жена ведьма. Она каждый раз вешает трубку. Господи, что же делать? Ну как что делать, как что делать? Ну берите такси, поезжайте к нему домой, там узнаете, в чем дело. Правильно. Девочки, берем такси и к нему. Немедленно. Едем. Едем. Бежим, девочки. Бежим. Аркаша, я опаздываю, у меня концерт у дерева обделочников. Голуба моя, вот программа, сейчас ты. Товарищ конферансье, когда же я? Вы? А кто это вы? Птенчиков, я тенор. Тенор? Птенчиков? Посидите в гнездышко. Да, ну как же так? Гнездышко, гнездышко, у нас перегрузка вокала. Вам же сказали, идите в гнездышко. Аркаша, я волнуюсь. Ну я же сказал, сейчас ты. Нет, сейчас пойду я. Ох. Вихревая, я ничего не понимаю. Ты через номер. А я тебе говорю, что сейчас пойду я. Голуба моя, это невозможно. Ах, ты вихревой, все возможно. А я говорю, невозможно. Хорошо. Или я, или скандал. Выбирай. Мой совет обручения ты не целуй его. Это неслыханно, на каких основаниях? Я кормящая мать, у меня ребенок. Аркаша, она врет, у нее поп-стерьер, а не ребенок. Тише, голубы мои, тише. Аркаша, ты слышишь, я голубка, перестаньте. Успокойтесь, я вас прошу. Не прорвешь, тихо, тихо. Да вы что в конце концов? Да вы что, с ума сошли? Да куда ж ты ее подевал? Ну, где ж она? Может быть, под диваном? Запонка потерялась. Ну, скажи, пожалуйста,
Это ведь можно и опоздать. Этот веер черный, веер драгоценный, он в себе скрывает верности измены. Сколько нежной ласки в мимолетных взорах веселый зверь в кружевных узорах, серебристых зубах, белые кораллы плываться так умеет лишь только ява. Но какое сердце стоять сумеет против этих взоров нежно устремленных. Этот веер черный, веер драгоценный. Узнаете, Захар Иванович? Она, обожаюшка я. Захар Иванович. Захар Иванович. Захар Иванович. Захар Иванович. Они. Сос обожаю. Сос обожаю. Говорите, что с ним? Говорите. Говорите прямо. Мы выдержим. Говорите прямо. Мы выдержим. Говорите, мы выдержим. Мы выдержим. Спокойно, девушка. Сейчас выйдет. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Как есть полоумные. Решить. Да ну его! О, Господи! Ничего не видать. Нянечка, да ты вот там, ну подальше, подальше. Ну-ка, ну-ка. Ты куда ж дальше? Дальше некуда. О, Господи! Никто не подходит. Катастрофа. Голуба моя, надо тянуть во что бы то ни стало до приезда обожаева. Да, но актеров-то больше нет. Немедленно катите в клуб железнодорожников. Так. Хватайте любую пару номеров. Так. И скачиться обратно. Скоренько. Ясно. Берите такси. Наполеон. Бонапарт. Ой. Осторожно. Я уже мертвая, но я бегу. Карамбулина, карамбулята, ты на веселье уютны. Карамбулина, карамбулята, тебя певцы и Монмартра влюблены. В нарядных блёстках, на подмостках, чаруешь взор на оборотку. Вот это темперамент. Карамбулина! Валюши тут тоже нету. Ух, пропал твоя запонка и вся. Вот она. Неужели нашла? Да. Батюшки, куда и забрала? Ой, наконец-то! На тебя лишь поет в эту бочку парень. Да для тебя в тишине слышен шат ветвень. Да для тебя одного, для тебя я пою. В эту ночь, в эту день,
Уже выезжаешь? Так? Так? Нашлась? Ну, слава богу. Только поскорей, голуба моя. Жду, жду, моя звездочка. Жду, жду, жду. Для тебя я пою, для тебя, для тебя. Наконец-то Обожаев двинулся в путь. Может быть, еще и поспеет. Фу ты, черт, я совсем забыл про этого черного котенка. Но по правде сказать, разве он виноват, что перебежал дорогу, обожаю? Если б я птичкой манипелила, я для тебя, мой друг, только бы искрила. А не для леса, а не для речки, для тебя. Товарищ конферансье, а как же будет со мной? Он, собственно, кто такой? Ну, Птенчиков я. А, Птенчиков. Я же вам говорил, гнездышко. Обратно в гнездышко. Но как же, у меня ж путевка. Молодой человек, через полминуты обожаю здесь. Понимаете ситуацию? Понимаю. Виолончелиста выступать некому, а Обожаев все стоит и стоит. Кошки испугался, да? Да как сказать? Иди за мной. Смелая девочка. Ой, простите, мальчик. Лиса, 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 ты не бойся. Девочки, он! Спасибо. Ой, спасибо. Мерси. Эх, девушки, девушки. Обожаю, обожаю его. И буду обожать.
Лев Павлович, Лев Павлович, потяните, после вас у меня пшик. Никого понимает состояние. Я интерпретирую композитора, а не ваше состояние. Ах, быстренький кончается. Убей меня, Бог, кончается. Где Скрежетова? Здесь Скрежетова. Привезла? Привезла. Эксцентрический танец братья Мущенкины и дрессированные собаки. Скорее, ребята, сейчас ваш выход. Поторапливайтесь, мальчики. Ну, скорее, скорее. Да что вы смотрите друг на друга? Раздевайтесь. Скорей. Вот так, так. Ну, ну, вот так. Ну, богатыри, вперед, за мной. Ну, все удачно. Это что такое? Что такое? Одну минуточку. Что такое? Зачем собаки? Откуда собаки? Пошли, брысь! Зачем вы привезли собак? Как зачем? Дрессированные собаки! Вы же сами говорили, хватать, что попало! Гоните их вон! Вон! Вы с ума сошли! Это не тот жанр! Конферансье поступил легкомысленно, отказавшись от дрессированных собак. Долго танцевать чечетку невозможно, и он будет дальше тянуть концерт до приезда Обожаева. Понять не могу. Нет, Обожаева, Обожаева, нет, что делать? Ох, полная катастрофа. Что делать, что делать, что делать? А их была, не была, гнездышки, птички. Сенчиков! 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 Что, я уже иду? Что вы спрашиваете? Ну что ж, Птенчиков, ни пуха тебе, ни пера. Мои похороны.
Дорогие товарищи, как вы понимаете, сейчас должен начаться длинный список действующих лиц. И, по-моему, вам будет просто скучно его читать. Давайте я уж лучше познакомлю вас непосредственно с героями этой, как мне кажется, довольно поучительной истории. Пинчиков, никому неизвестный певец, кажется, тенор. Почти всю картину он будет сидеть на стуле и терпеливо ждать. И только под самый конец, хотя то, что произойдет под самый конец, лучше вам не рассказывать, а то неинтересно будет смотреть. А вот это Валентин Абажаев, очень известный певец и, конечно, тенор. Заслуживающий внимания артист республики. Виолетта Ивановна, его жена, не удивляется тому, что у нее такой изможденный вид. Ведь мужество... Абажаев уходил с концерта на чужих аплодисментах. Серый котенок? Ох, боюсь, что Валентин Валерьянович, так ничего и не поняв, снова все будет сваливать на дурную примету.